Всем привет, ребята! Привет. Всем привет, ребята! Вы на канале Брошоу, смотрите, кто с нами. Всем спасибо, ребят, что вы меня поддерживали в комментах, и моя нога быстрее начала заживать. Он у нас уже скачет тут, как козлик. Пацаны, и вы, ребята, мы быренько набрали 10 тысяч лайков, мы просили, уже, наверное, даже 20 есть, поэтому что мы обещали? Эксперименты Саня, с колой. Арсений, тащите большие емкости. Пулей. О! Это большая емкость, Арсений? Слушай, хотя подожди, вот эту твою штуку мы оставим. Мне прикольно эта пробка понравилась. Саня, даже Шерлок возмутился. Нет, смотри, здесь ничего не будет видно. Держи, поставь ее пока вниз. Сейчас я принесу, что надо. Смотрите, пацаны, что у меня есть. О, нифига себе. Вот это емкость, да? Да. Смотри, какая тут горлышко. Мне прикольно сейчас будет. Большой через него, по идее, будет. Должен быть уже фонтан, то фонтан. Ну, наверное. Я ее еще успел сполоснуть. Смотрите, 18,9 литра. Ого! У нас в прошлый раз что победило? Спрайт, Арсений? Да, спрайт. Да. Ребята, значит, один спрайт мы оставим для эксперимента с этой стеклянной бутылкой. Ну, а? Два спрайта. Еще, давай. Все по очереди сейчас. Начинаем заливать вот в эту большую емкость. Но стараемся это делать максимально не пенно. Да уж. Итак, два первых литра, ребята, пошло. Подождите, слушайте, нам одна бутылка нужна. Я придумал, как мы будем туда ментос засыпать. Нужна целая. Интересно, вступит оно в реакцию или нет? Мне кажется, вступит. У нас три бутылки Пепси и три бутылки колы. Мне, ребята, почему-то кажется, что вот которые шуга-фри должны это лучше работать. Такое ощущение у меня в прошлый раз сложилось. Сейчас проверим. А спрайт как победитель нашего прошлого этого, мы просто... О, дофига пены уже. А, какой запах. Еще одну так, бутылку это и все. 14 литров, да? Да. И вот последняя Пепси. Это будет 16, а наша емкость 18,9. Мы еще добавим туда спрайтик. О, давайте спрайт. Вся влазит, да. Вся влазит. Теперь, ребята, как раз до вот этой линии. Нам нужна картонка. Так, а я пока приготовлю воронку для ментосов, смотрите. О, да, кстати. И это будет выглядеть вот так, Саня. И потом мы убираем картонку. И потом мы убираем, и оно все вот так и вот. Не знаю, куда опа. И убегаем. Да. Арсений, ты мне помогай, держишь. Ментос там. Смотрите, ребята, мы сегодня еще добавляем бомбического, не знаю, эффекта. Поможет он, не поможет. Но что-то будет. Итак, Арсений, мы это все дело поднимаем. Саня. Саня приготовился. Ставим просто это все по центру. И готовимся убегать. Я надеюсь, что оно начнет просыпаться. Да. Если не начнет, плохо. Ну что, пацаны, нож убрали. Ой, стрёмно. Убрали крышку. Я, конечно, попробую, ребята, ее попробовать надеть. Но лучше не ну надо. Ну что, на раз, два, три. Смотрите, метра два получили, да?
с узким горлышком. В два раза выше фонтан, видели? Метра на полтора, Шерлок. Вкусно видите? Пахнет, я понимаю, Шерлок. О! А я думаю, что уже наши остатки ментоса ничего не даст. То, что мы засыпем его туда. Уже он все там все вступило в реакцию, да? Ох, а запашок какой ядреный. Ну что, ладно. Спрайт. С этим проверили, да? Давай теперь со спрайтом. Ребята, если вам понравилось вот этот наш эксперимент, особенно с вот этой тонкой, обязательно. Да, кстати, она просто вот так вот. Ну что, давайте теперь попробуем. Спрайт. Закрыть, если успеем, конечно. Это у нас примерно литр, да? Да, и закрыть пробкой можно будет потом. Закроем пробкой и посмотреть, что будет с бутылкой. Что улетит будет? Наша пробка или нет? Прикинь, а если улетит? Очень-очень высоко. На крышу залетит. Ну что, смотрите. Победитель нашего прошлого эксперимента. Спрайт. Саня? Две пачки или одну? Одну. У нас будет дубль два. Давай. И улетела. Она просто типа под газами она выдавливается. Но в реакцию вступила, смотрите-ка. Прикольно, да? Да. А мне интересно, давайте еще повторим, вот как мы в прошлый раз, ребята. Проверим все-таки спрайт. Если не спрайт, бутылку. Только уже с мятным ментосом. С мятным ментосом, как вы просили. Он наш в прошлом видео победитель был эксперимента. Саня, а если этим закрыть потом? Нет? Да! А ментос летит? Ну что? Смотрим. Не забыли лайк поставить. Тогда погнали. Эх, мне кажется, в прошлый раз строя было выше. Да. Ну, сейчас тоже нормально. Ну, как-то так. Слушай, ну мне реально понравилось. Мы добились почти 1,5 метра, да? Да. Вот до сюда где-то был. Фонтан. Примерно 1,5 метра. А если бы мы еще сразу нацепили пробку, он бы вообще был очень высоким, мне кажется. Знаете, что сейчас будет? Сейчас сюда прилетят пчелы и осы. Поэтому, я думаю, нам надо ребятам сказать пока-пока, ребята. Пока-пока, ребята. И как-то попробовать все это быстро убрать, потому что либо они нас съедят, либо мы просто не выйдем потом ближайшие 2 часа на улицу. Все. Обязательно лайк, ставьте, ребята, лайки. Подписочку. Кто рад, что Арсений выздоровел, тоже лайк. Лайк. Поддерживаем. Пока-пока. Пока.